Жители поселка Солнечно обеспокоены, что противопаводковые меры могут не сработать. Они считают, что проблема в дренажной системе, в результате чего паводковые воды не уходят дальше, еще сильнее затопляют дома в СНТ «Соловушка». Учитывая то, что природной оврага сейчас нет, природного, да. Там выхода воды нет. То есть там же дорога, да? И там выхода, прохода в воде нет. Если бы здесь была прорыта на ту сторону траншея, это бы вода уходила в поля. Да. Он точно так же вровень вот так будет выравниваться водой. Жители поселка Солнечно уже обращались к местному депутату и МЧС. Писали во все местные СМИ. Ежедневно звонят на горячую линию администрации. По словам жителей, ответа нет. Мер противопаводковых приниматься не будет. Будет только эвакуация. Все. Никаких мер никто предпринимать не будет. Это что сказала и администрация, и МЧС. Проживающие готовы к затоплению. Они отогнали машины, отвезли животных и пенсионеров. Поднимают мебель и технику на второй этаж. Но из-за сложившейся ситуации просят принять меры и решить проблему дренажной системы, так как в этом году она может не справиться. Тем более, если придет отсюда вода, у нас, вы знаете, единственная дорога, въезд по школьной, она первая будет отрезана. То есть мы вообще будем отрезаны от города. У нас больше ни одного въезда в поселок нет. У нас один въезд в поселок. Мы даже все не сможем выехать одновременно. Жители поселка готовы даже выделить свои средства, чтобы решить проблему. Но соседи жилого комплекса «Гранд Парк» не видят повода для беспокойства. По их словам, к паводку все готово, и если предпринимать какие-то меры, то может размыть единственную дорогу в город. Просто наблюдаем все это. При этом надо сказать, что волнения-то они абсолютно беспочвенные. Даже если эту трубу закрыть и на какое-то время преградить воде ход в Солнечный, тем самым и преградится путь вокруг Гранд-парка, не будет стоять вода. Поэтому, может быть, есть смысл какой-то, какого-то компромисса. Надо искать компромисс, надо защищать свои дома. Нам деваться некуда, нам надо защищать свои дома. Сейчас котлованы под строительство новых многоэтажек Гранд-парка затоплены. Тем временем в сети появилось видео, как оренбуржцы забивают водоотводные трубы мешками с песком. Жители СНТ «Соловушка» обеспокоены, что таким образом их дома полностью уйдут под воду. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Юлия Писарева, Ольга Баева, телеканал ЮТВ.